Решать родительские и детские проблемы сообща и, самое главное, конструктивно. Подход организаторов форума к его проведению. Поэтому участниками дискуссии стали не только родители, но и федеральные эксперты, педагоги, представители системы здравоохранения и социальной защиты, общественных организаций и органов власти. Среди них губернатор Андрей Никитин и его супруга Майя Санникова. Я старался все эти 5 лет вкладывать максимально свои усилия в образование, в точки роста в школах, в ремонты колледжей, в развитие университета, потому что я понимаю, что будущее Новгородской области – это то будущее, которое будет у наших детей. Пожалуйста, высказывайтесь, не стесняйтесь, говорите о том, какие проблемы вы видите и как эти проблемы, на ваш взгляд, нужно решить. Участники форума высказывали свои идеи, разделившись на 5 тематических групп, направления которых отражают практически все сферы жизни любой новгородской семьи, от планирования детей до поддержания гармоничных отношений, безопасности, вопросов отдыха и занятости подрастающего поколения. Составы групп были самые разные. Мы старались сделать максимально разные, чтобы это были и многодетные родители, чтобы это были и родители одного ребенка, чтобы это были и мамы, и папы. Да? Сегодня в форуме у нас работали и папы. Чтобы это были и представители образования, и представители медицины. Чтобы это были и представители власти, причем как на региональном уровне, да, так и на федеральном. В итоге участники форума озвучили ряд предложений. К примеру, повысить рождаемость в регионе, по мнению участников форума, поможет создание единого центра сопровождения беременности. Прозвучала и инициатива о продлении статуса «многодетная семья». Что касается социальной инфраструктуры для семей, то упростить процедуры получения необходимой информации и услуг, по мнению участников этой дискуссионной площадки, помогут так называемые «семейные МФЦ». Мы выявили вообще, наверное, самую главную проблему. Это наше потребительское отношение. От него нужно выходить. И прежде чем мы хотим это все вложить в наших детей, да, нужно начинать именно с себя. Нужно созидать. В ближайшее время организаторы форума сведут все предложения участников в единый документ, чтобы затем обсудить возможность реализации этих инициатив с губернатором Андреем Никитиным, а также с сенатором от Новгородской области Еленой Писаревой. Вы знаете, вот если говорить по каждой секции, конечно же, перспективы есть. Однозначно перспективы есть. Это будет и, может быть, изменение федерального законодательства. Я в этом уверена, что это будет, потому что сегодня я уже четко могу сказать, что будут работать рабочие группы по формированию запросов на общественное полезный труд. Конечно же, будут смотреть именно по правилам дорожного движения. Также организаторы форума отметили, что отклик превзошел их ожидания. В точке кипения собрались около 80 неравнодушных родителей, так что запрос на такой формат обсуждения и решения проблем точно есть. Максим Широковских, Олег Федоров, Максим Лебедев. Новости. Новгородское областное телевидение.